Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Согласно опросу Киевского международного института социологии о нынешнем президенте Украины Владимиром Зеленским, знают больше украинцев, чем о пятом президенте Петра Порошенко. Положительно к деятельности нынешнего главы государства относится 72,8% респондентов, предыдущего 10,2%. К деятельности президента Украины Владимира Зеленского положительно относится 72,7% граждан, которые о нем знают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле Киевским международным институтом социологии. Отрицательно к деятельности главы государства относится 5,8%, нейтрально 15,5%. Знают о Зеленском 99,8% опрошенных. При этом о пятом президенте Украины Петре Порошенко знают меньше граждан, участвующих в опросе, 99,6%. К деятельности бывшего главы государства положительно относится 10,2%, отрицательно 75,8%, нейтрально 11,1%. Среди общественного политической деятельности Украины, чью деятельность респонденты оценили более положительную, чем отрицательную, оказались глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, экс-глава СБУ, глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко и представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Уровень известности Разумкова, Смешко и Стефанчук составил по данным комиссии соответственно 67,2%, 68,9%, 29,6%. Социологические исследования проводились с 5 по 15 июля методом личного интервью. Было опрошено 2000 граждан из 120 населенных пунктов, расположенных во всех регионах Украины. Погрешность выборки не превышала 3,3%. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.